Снять трубку, найти новых жильцов. Горожанам теперь разрешено двигаться в режиме. Так, не совсем то. В здании остались незанятые квартиры. Мне нужно выбрать новых жильцов по заявкам. Снять трубку. Так, это, видимо, вот здесь было что-то. Да, новая директива. Горожанам теперь разрешено двигаться в ритме музыки. Ясно, это какой у нас день уже? Июль 1. Так, так нам отремонтировать можно, сдать нельзя. Надо обзванивать. Фрэнк Шварц слушает. Шварц, что у вас там происходит? Вы о чем, господин Мюллер? Пол дома не заселено, так не пойдет. Ой, но вы сами велели мне передать Магнусу и Херману замок, Шварц. Займись сдачей пустых квартир. Немедленно, я ясно выражаюсь? Да, господин Мюллер, спасибо. Щелк. Аренда. Так, когда пустая квартира остается пустой. Так, отремонтировали. Заселить. Так, мы пробуем. До этого не получалось. Найти новых жильцов. Так, Кристиан Зулингер. Нужна работа. Возраст 54. Мужчина в расцвете сил. Холост, ищет работу. Нужно где-то жить. Так, дальше кто у нас есть? Фредерика Файнбайн. Женщина 28 лет. Не замужем. Фигуристка. Ищет жилье в тихом районе поближе к катку. Так, Кристин. А, ну только двое. Так, ну... Под нами фигуристка. Пускай живет. Так, и есть пятая квартира. Так, ищет работу, нужно где-то жить. В принципе, как и на... В третьей квартире этот наш коллега бывший живет. Пускай ему сдадим. Так, и больше никто не хочет. Найти новых жильцов. Задача завершена. Теперь надо познакомиться с новыми жильцами. Так, как там? Здравствуйте, дядя Шварц. Как Альфред себя чувствует? Спасибо, что помогли Альфреду, господин Шварц. За 1400 долларов. Что новенького, Ида? Как ты? Как дела в школе? Нормально, мы сегодня вырезали силуэт великого вождя из картона. Как интересно. И как хорошо получилось? Учительница меня поругала, сказала, что я сделала вождю слишком большие уши. Но мама сказала, что я молодец. Твоей маме надо быть осторожнее. Стоп, почему? Неважно, забудь. У нее иностранная валюта там лежит. Друг из прошлого, снять трубку. Так, ну снимем трубку. В принципе, здесь надо по квестам идти. В основном. Фрэнк Шварц, управляющий. Я знаю, кто ты, Шварц. Я же сам тебе позвонил. В вашем доме проживает Вальтер Булхаузер. Он сотрудник отдела внутренней безопасности. И вы с Булхаузером друг друга знаете, так? Да, я его знаю. Мы когда-то работали вместе и даже как-то сдружились. Это хорошо. Мы хотим, чтобы вы возобновили эту дружбу. Завоюю его доверие. Не уверен, что это будет так просто. Мы не виделись лет 20. Булхаузер одинок. У него почти нет друзей. Тебе будет легко. Как скажете. И что я потом должен сделать? Собери информацию о Булхаузере и передай нам. Но я уже отправлял информацию о нем. Установи в его квартире камеру, загляни в каждую кастрюлю на кухне. Нас интересует о нем все. Ты понял, Шварц? Каждая мелочь. Вы хотите, чтобы я обшарил его квартиру? Послушайте, господин Мюллер, Булка. То есть, Вальтер Булхаузер точно не преступник, как этот Херман. Если твоему другу Булхаузеру и правда нечего скрывать, то почему ты так боишься за ним понаблюдать? В конце концов, невиновным людям нечего скрывать от министерства. Булхаузер работает над очень деликатными вещами для министерства. Мы должны знать, что им движет. Ладно, я согласен. Так-то лучше, Шварц. Ты же не хочешь, чтобы мы приняли меры по обеспечению твоего послушания? Нет, не хочу. Это было бы глупо с твоей стороны, Шварц. Буду ждать отчета в ближайшее время. Допросить Булхаузера. Так, Альфред, как твои дела? Вы можете мне помочь? Опять? Что такое?
Ида забрала мой костюм полицейского. Вы можете ей сказать, чтобы она его отдала? Если сестра тебя обижает, расскажи об этом маме. Мама говорит оставить ее в покое. Понимаю, у нее и так забот по горло. Да, она так сказала. Но вы говорили, что помогаете жрецам. А я тоже тут живу, и мне очень нужен мой костюм. А зачем тебе он? Играть во врагов врагов государства и полицию. Хорошая игра, но у меня и других дел полно, Альфред. Ну, пожалуйста, дядя Шварц, пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, в первый и последний раз. Я поговорю с Идой. Спасибо, 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 дядя Шварц. Не за что, Альфред. Только никому не рассказывай, ладно? Не хочу, чтобы меня потом втягивали в каждую семейную ссору. Договорились? Это будет наш секрет, дядя Шварц. Враги государства и полиции. Найти полицейский костюм Альфреда Векерта. Так, здесь у нас все поломано, да? Отчинить. Надо все чинить. Угу. Костюм полицейского. Костюм для ребенка, позволяющий примерить на себя роль бравого полицейского. Так, это мы заберем. Мы все заберем. Так, нашли. Принести Альфреду. Если бы мы поговорили с Идой, она, наверное, сказала, что как бы я выкинула. Мы сейчас попробуем сначала с ней беседу провести. Если она там. А вон она внизу. Так, не стучи. Мы перехватим. Стопе. Здравствуйте, дядя Шварц. Костюм был в мусорке. Я нашел костюм. Ида, выбрасывать вещи своего брата в мусор нехорошо. Класс. Ну и отдайте тогда ему этот гребаный костюм. Пусть дальше играет свою гребаную полицию. Адам, а ты, Ида, последи за языком. Говорить такие вещи невежливо и опасно. Знаю, мне наплевать. Да и какая вообще разница? Не надо так говорить, Ида. Как скажете. Костюм был в мусорке. То же самое. Так, принесите... А где? А вот Альфред. Ку-ку, дядя Шварц. Ку-ку, дядя Шварц. Чем занимаешься? Что ты тут делаешь, Альфред? Играю. Вот как? И во что же ты играешь? Это секрет, дядя Шварц. Ух ты, но мне тоже ты... Но мне-то ты можешь рассказать? Нет, дядя Шварц, тогда мне придется вас убить. Как на границе. О, ясно. Тогда я вправду лучше не рассказывай. Что новенького? Дядя Шварц, а вы знали, что если написать на бумаге уксусом, получается вроде как невидимые чернила? Правда? Нет, не знал. Представляете, и если потом нагреть бумагу в духовке, можно прочесть, что на ней написано. Только никому не говорите, дядя Шварц, это секрет спецагентов. Не волнуйся, я никому не расскажу. Не скажу. Так, чем занимаешься? Прячусь. От кого? От преступников. Но это не потому, что я их боюсь. Я вообще очень смелый. Это хорошо, что ты смелый. Но почему ты тогда прячешься? Но из-за преступников же. Если они меня не заметят, я смогу подкрасться и поймать их. Умно. Удачной охоты, Альфред. Насчет костюма. Вот твой полицейский костюм, Альфред. Вытащил из мусора. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо огромное, дядя Шварц. Твоей сестре очень не нравится эта форма. Смотри, чтобы она у тебя опять ее не отобрала. Я буду ее охранять, дядя Шварц. Спасибо, большущая. Да и за что? Так. $50 нам Альфред дал. Так, здесь балконы. Так, здесь пока, наверное, вешать ничего не будем. Благи. Так, что у нас? Жена что-то хочет от нас. Фрэнк, я переживаю за Ким. Ким в П... Почему? Да и в чем дело на этот раз? В каком смысле на этот раз? Но ты вечно находишь в ней что-то, что тебя не устраивает. Сейчас все иначе. Она вдруг стала такой замкнутой и вялой. Больше, чем обычно? Более замкнутой, чем обычно? Фрэнк, поверь мне, с Ким что-то не так. У меня плохое предчувствие. Боюсь, наша дочь подсела на наркотики. Ким, она бы никогда. Что навело на тебя на такие мысли? Два.
Ким, наркотики. Сабин, ты уверена? Я читал специализированную литературу, Фрэнк. Все признаки налицо. Отстраненность, перепады настроения. Иногда она почти не реагирует на меня. Но до конца ты не уверена, так? И что же нам теперь делать? Мне нужно, чтобы ты обыскал ее комнату, Фрэнк. Если ее поймают на горячем, кто-то другой ее посадит. Я так не могу. Я не могу рыться в ее вещах. Если она узнает, она меня навеки возненавидит. Ты не подружка, Фрэнк. Ты ее отец. Отцы воспитывают своих детей. Нам нужно узнать наверняка, употребляет ли Ким наркотики. А ты все равно весь день дома, пока Ким в школе. Я посмотрю, что могу сделать. Подозрение Сабины. Выяснить, правда ли Ким прячет и принимает наркотики. А мы ее спросим просто. Я тут собираюсь почилить. Нам нужно поговорить. Серьезно поговорить? Тебя мама прислала? Да, но не в этом суть. Твоя мать считает, что ты принимаешь наркотики. И она много чего считает. Не смей копаться в моих вещах, Дэдди. Так, понятно. Вот ты не успеешь, вот не успеешь. Так, будем ставить камеры. Я в вещах, конечно, копаться не буду. Но камеры я понаставлю. Да и к себе тоже. То вы часто сюда что-то заходите, тут чилите. Все. Вот опять пошли. Что вам тут надо? Ага. Ты с ножом? Такая шею. Ладно, так. А, вот играет. Все, полученная информация играет на трубе. Так, пойдем, получим еще. Немножко получим репутацию. Ну и денежки. Отец, что ты хотел? Ничего. Так. Ждем, пока все уйдут. В принципе, что ждать? Прям так полезем. Угу. Мешочек наркотиков. Пакетик с зеленым содержимым с очень специфическим запахом. Наркотики. Так. Окей. Так, ну, это, конечно, будет нам по-любому, наверное, надо сохранить. По-любому надо. Так. Интересно, заберут ее, нет? Мы, конечно же, так делать не будем. Так, наркотики, это что у нас? 6, 28. А, на нее нельзя, походу. Чуть на своих нельзя. Ну, короче, да, на своих нельзя. Такая шантаж. Шантаж тоже нельзя. Так, ладно. Так, теперь надо как-то с ней поговорить. Они вдвоем, что ли, здесь спят? Да, они там вдвоем спят. Я тут собираюсь почилить. Что ты хотел, Фрэнк? Я пока ищу. Насчет семейного бюджета. Тогда есть деньги. Держи немного, но должно хватить. Лучше, чем ничего. Спасибо, солнце. Не важно, что у нас там почти 5000 долларов в моем бюджете. Так, я пока ищу. И я продолжаю искать наркотики в квартире.
175. Мы же нашли. Что с ним делать-то? А, надо забрать, наверное. Да, это мы улики нашли. Нам надо забрать. Так, ну, по-любому придется сохраняться. Говорить с Сабиной о наркотиках у Ким. Нет, мы с Ким поговорим. Я тут собираюсь почилить. Так, а с ней уже нельзя. Я хотел ей просто отдать. Ладно, поговорим. Вот хотел, Фрэнк. Насчет наркотиков в квартире. Насчет Ким, я... Фрэнк, ты обыскал ее комнату? Ага. Ну и нашел наркотики? Нет, да, нет, да, нет, да. По сути, да. Так, мы попробуем два варианта. Сначала нет. Нет, дорогая, никаких наркотиков. Правда, ты уверен? Да, солнце, всю комнату перерыл, ничего. Фрэнк, зачем ты меня обманываешь? В каком смысле, дорогая? Послушай, Фрэнк, я знаю, что ты что-то нашел в вещах Ким. Зачем ты ее выгораживаешь? Может, Сабина сама подложила? Я не хотел, чтобы между вами еще сильнее испортились отношения. И ты ничего лучше не придумал, чтобы соврать? Ох, Фрэнк. Прости. Извинениями тут не поможешь. Хоть раз сделай что-нибудь полезное, Фрэнк. Пристыди ее. День пионер-вожатой и наркоманка. Дочь пионер-вожатой и наркоманка. Если об этом узнают, все кончено. Ладно, я поговорю с ней. Так, ну есть еще вариант, что Сабина кинула туда как раз-таки сама наркотики, чтобы выяснить, совру я или нет. Если я скажу, что я ничего не нашел, то она будет знать, что я соврал. В принципе, так и получилось. Но, правда, неизвестно, правда ли она подкинула. Ну, конечно, это вряд ли, это так, догадки. Так, мы уже забрали. Мы уже забрали. Хорошо, я изначально врать не собирался, то есть я бы так сказал. То есть первое у меня в плане было поговорить с дочкой и отдать ей, и сказать, что типа, эй, давай, прекращай. А здесь как бы, ну, по-любому правду, я больше за правду. Так, нашел наркотики, да. Да, ты была права. Я нашел у нее в комнате наркотики. Какой ужас, я так и знала, наша дочь наркоманка. Что же нам теперь делать? А если об этом люди узнают? Пока не знаю. Я смою наркотики. Так, один. Мне нужно подумать. Это непростое решение. Так придумай что-нибудь, Фрэнк. Нельзя, чтобы подобное связывали со мной. Если я из-за этого потеряю работу, нам конец. И припугни Ким так, чтобы у нее волосы дымом встали. Такое больше не должно повториться. Так, давай деньги. Ты что, опять все растратил? Ну тогда до завтра выкручивайся как хочешь. Я тут собираюсь почилить. Так, сейчас посмотрим сначала. Броним. Наркотики не времени. Ким, прошу, скажи мне правду. Дэдди, я не наркоманка. Я волнуюсь за тебя, ты врешь. Два. Ким, наркотики это не шутки, я волнуюсь за тебя. Дэдди, мне пора. Давай потом поговорим, ладно? И не ждите меня, ложитесь спать, я вернусь поздно. Никуда ты не пойдешь. Мы тебя сейчас сдадим. Нет, ну своих нельзя сдавать. Своих нельзя сдавать. Так, ладно, попробуем второе. Более жестко. Наверное, будет то же самое. Уйдет в любом случае. Наркотики не ври мне. Ты врешь. Хотя бы мне могла бы не врать. Не нашел в твоих вещах наркотики, Ким. Какие твои оправдания? Ты серьезно? Ты рылся в моих вещах? Поверить не могу, даже за стенами родного дома не скрыться от доносчиков. И что, используешь меня, чтобы подлизаться к великому вождю? Может, если сдашь меня, тебе даже старую работу вернут? Нужно думать о семье. Успокойся, пожалуйста. Первое. Подумай хоть раз о своей семье, Ким. Да не буду я о ней думать. Я эту фразу уже слышать не могу. Обо мне тут никто не думает. Вы все только притворяетесь настоящей семьей. А я вижу только неудачника, крысу от системы и будущего лузера. Так что оставьте меня в покое. Так, ну хотя бы не ушла.
Так, не знаю, как лучше. А что у нас пишется в задании? Так, Сабина подозревает, что Ким принимает наркотики и прячет их в квартире. Она считает, я должен обыскать вещи Ким. Выяснить, правда ли, поговорить. Следствие ошибки. Так, ладно, мы, наверное, по-другому не будем так. Я не знаю, это повлияет на что-то или нет. То есть сейчас она не ушла, тогда она хотела уйти. Так что наркотики выбираем. Теперь я волнуюсь за тебя. Ну, пускай будет так. Так, новый счет. Счет за вызов мусора. Вывоз. Так, здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Так, у нас теперь еще и наркотики. Можно кому-нибудь подсунуть. Так, у нас 5160. Так, счета. Счет за вывоз мусора. За стабильную утилизацию отходов в вашем доме начислена не следующая сумма. Оплатите в указанный срок. Вообще-то весь мусор у нас в инвентаре. Ну да ладно. Будем платить. Естественно, будем платить. Так, никто не хочет. Так, сколько у нас там? 2-2. Пока деньги есть, надо закупиться. Максимум. Так, конфеты. Конфеты пусть тоже будут, наверное, пригодиться кому-нибудь. Газета у нас была, очки мы могли где-то взять. Воровать полно. Ладно, это все потом. Сейчас пойдем по квесту. Так, что у нас тут новенькое что-то? Эй, ты за... А, пауза. Ну, ты завис. Так, что-то новенькое. Прекращена незаконная торговля пенициллином. Несколько недель в стране велась незаконная торговля препаратами, украденными со складов... складов государства. Полиции наконец удалось остановить торговлю, и теперь поставки пенициллина для лечения единичных случаев пневмонии будут нормализованы. Так, похититель пенициллина пойман. Подрывник, незаконно распространяющий пенициллин, наконец-то за решеткой. Был пойман Магнус Херман, вор, который проник на аптечный склад и унес оттуда большое количество препаратов. Среди прочего был украден пенициллин. Великий вождь благодарить служащих, добившихся прекращения несправедливого капиталистического распределения ресурсов. Поставщик пенициллина за решеткой. Полицейские ищейки арестовали борца за свободу, который возил пенициллин из-за границы, чтобы сделать его доступным для населения. Министерство не в состоянии закупать нужный объем лекарств, но когда такой герой, как Магнус Херман, привозит пенициллин, его арестовывают за контрабанду. В стране свирепствует пневмония. Люди умирают в муках. Поднимайся, народ. Так, что нам допросить? Он сейчас не будет с нами разговаривать. Рад снова тебя видеть. Какие новости? Как дела? Что новенького? У меня невероятные новости. Ты не поверишь, что я узнал. Да, и что же? Ты знал, что курицу можно запекать под сыром? Как интересно. Нет, никогда об этом не думал. Поправить сказать нет, но звучит интересно. А что, вкусно? Пальчики оближешь. Могу поделиться рецептом. Или жене твоей передам. У тебя вроде была жена. Пионер-вожатая. Красавица такая. Как там ее звали? Вы же не развелись? Сабина. И нет, мы не разводились. Крепкий брак. Фундамент достойной жизни. А где твоя жена? Эльза, верно? Вы что? К несчастью, она вот уже 17 лет как скончалась. Мне очень жаль. Спасибо, это было давно. Время все лечит. Прости, это не самая позитивная тема для разговора. И правда. Просто порой становится так одиноко. Зачем готовить вкусный ужин, когда некого им накормить? Это хуже всего. Ты мог бы позвать гостей. Я думал об этом, но странно как-то приглашать к себе незнакомцев. Хотя теперь есть ты, мой старый добрый коллега Фрэнк Шварц. Верно, я не незнакомец. Ну что ж, тогда приглашаю вас. Отлично. Сабина тоже будет очень рада,
Она тут пока никого не знает. Значит, решено. Скоро приготовлю для вас ужин. Славно, но это значит, что надо довести до ума новый рецепт. Хотел тебя кое-что спросить. Вальтер, я... Может, заглянешь ко мне попозже? Я сейчас занят. Конечно, Вулка. До скорого. Буду рад пообщаться. Пока. Так, допросить. Так, короче, ждем. Надо просто ждать. Можно, конечно. А, ну... Я понял, к чему это все сделано. Мы должны установить камеры. Так, камеры надо пойти купить. А у нас сейчас... Сейчас они не продаются. Чтобы потом их не снимать так постоянно. Это надо много камер. Они стоят по 150. Хотя, может, если мы одну купим, она будет вторая дороже стоить. Возможно. Нам как минимум надо 12, 15, 18, 21, 24 в общей сложности. 3 есть, 21. 21. 3000 у нас есть, мы можем, в принципе, 20 камер купить. Так, что ж, вламываемся. Как нам советовало министерство. Только наверх не заходи. Нас приглашают покушать, а мы устанавливаем камеры. Так, еще обыскиваем. Вкусный пирог с клубникой и ревенем от моего старого приятеля Вальтера Булхаузера. Неприметные очки. Старая колода карты кубики. Игральные карты и кубики. Сладкие конфеты. Рубашка, ботинки. Так, ну а это можно забрать. Так, он возвращается. Диван. Признаки сладкоежки. Кто-то наслаждается сладкой жизнью. Так, 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 так. Как быстро ты. Пока нас не спалили. Так, ладно, у нас дочь вернулась. Пока нас не спалили. Это мы продаем. Таков, таков у нас бизнес. Так, можно наркотики продать. В принципе, пускай пока, наверное, будет у нас. Так, инструменты покупаем, потому что, наверное, они тоже нам понадобятся когда-нибудь. Так, рукопись пусть будет у нас. Это нам не надо. Так, очки, если что, мы можем у него украсть. Если что, на то пойдет. Я вряд ли на то пойдет. Так, вон нам вообще надо этот. Ночной. Так, посмотрим, что он там делает. Смотрит в камеру. Либо нас ждет. Вообще ничего не делает. Так, а мы еще с новыми не знакомились. Ладно, до этих потом доберемся. Нам нужен торговец. Сейчас появится. Так, вот идет иностранец из метро. Так, камера. Правда, это у нас, кстати, получается... МК-1. Может, их много-то и не надо закупать. Такая рыба. Ой, иностранные деньги. 4000. То есть мы могли у той, в принципе, украсть. Сюда продать. Ну да ладно. Так, камера. Берем, берем. Продавать потом по 50. Ну ладно, немножко в убыток себе, конечно. Возьмем 15.
Я думаю, пока хватит. Просто не знаю, МК-2, который появится, что там лучше, хуже. Так, жалуются. Не жалуйся, при тебе устанавливаю камеру. Ты все видишь. Чего? Господин Зулингер, приятно познакомиться. Я Шварц, управляющий этого дома. Вот, хотел поздороваться. А, завхоз, да? Управляющий. Обхожу жрецов, чтобы со всеми познакомиться. У вас найдется минутка? Ну, раз надо. Где вы работаете? Все ли в порядке у вас в квартире? Как у вас дела? Как вам нравится ваш, наш дом? Сойдет. В каком смысле? Видал, похуже. Что-то не так? Вас что-то не устраивает? До ларька идти далеко. Но он же почти у входа. Каждый раз приходится по лестнице лезть. С бутылками в руках это очень тяжело. Вот оно что. Боюсь, с этим я ничего не могу поделать. А в остальном все в порядке? Да-да, что-нибудь еще? А то там скоро футбол начнется. Где вы работаете? Я просмотрел ваши документы. Я заметил, что вы ничего не указали в графе «род занятий». Неразборчиво бормочет. Что-что? Я не расслышал. Бормочет громче. Что, простите? Время нахожусь в поиске работы. А, то есть вы безработный. Но на заводах по производству вооружения всегда нужны люди. Почему бы вам не подать заявление туда? У меня аллергия. На оружие? А как насчет шахт? На них у вас тоже аллергия? К сожалению, да. Понимаю, тогда так и запишу, господин Зулингер. Ладно, что-нибудь еще? Нет. Можешь дальше бормотать. Так, устанавливаем камеры. Ведь они пригодятся потом. Так, у себя устанавливаем камеры. Мало ли кто будет рыться и у нас. Либо все-таки жена что-то будет делать против нас. Где-нибудь рыться. Так, теперь идем в гости. Так, а ты что, спишь, что ли? Что ты спишь? Рен, как хорошо, что ты зашел. Да, ты как раз спал. Хотел у тебя кое-что спросить. Вальтер, я... Рен, хорошо, что ты пришел. Мне нужно тебе кое-что показать. Да? А я как раз хотел у тебя кое-что спросить. Минутку, сначала понюхай. Что это? Клубничный ревеневый пирог. Помню, он тебе нравился. Еще как, это мой любимый пирог. Поверить не могу, что ты запомнил. Так здорово, что мы снова вот так встретились. И даже живем рядом. На одного человека печь бессмысленно. Но раз тут ты с семьей, будет кого угощать. Это так мило, Булка. На что-то я заболтался. Ты вроде спросить что-то хотел. Вот ты работаешь в министерстве. Надо бежать. Первое. Скажи, Булка, вот ты занимаешь важный пост в министерстве. Тебе доводилось кого-нибудь выручать? Конечно, в этом прелесть моей работы. Многие мне потом по гроб жизни благодарны. Представляю себе. И как эти люди выражают свою благодарность? Рэнк, ну что это вообще за вопрос такой? Извини, я не имел в виду, что ты... Естественно, Фрэнк, люди выражают мне благодарность. Да? Значит, тебя благодарят за то, что ты делаешь. Ну, конечно. Вот буквально на днях я помог Шанталь, то есть Шанталь Зибольд, с оформлением правил местного приграничного движения. Сложноватая задача, потому что нужно рассчитывать максимальное и минимальное допустимое количество машин в час. А у Шанталь с математикой не очень. Естественно, я ей помог. Естественно. И что тебе за это обещала Шанталь? Ну, я ничего не просил взамен, но она мне кое-что дала. Ага, и что же? Фантастический рецепт трески в горничном соусе. Просто объедение. О, то есть не деньги или что-то подобное? Что? Нет, конечно, нет. Или сексуальные услуги? Не дрейф. Нет, а ты можешь сказать? Что? Свинья ты, Фрэнк. Как ты мог так обо мне подумать? Я просто выручил коллегу, по-дружески. Тебя я тоже не раз выручал, забыл? Когда в архиве, когда тебя чуть не уволили.
Тогда в архиве. Да, верно, ценю. Извини за расспросы, Вальтер. Проехали и забыли, Фрэнк. За это все, что ты хотел? Что-то жареным запахло, надо заглянуть в духовку. Это все, спасибо за пирог, Вальтер. На здоровье, передавай от меня привет Сабине. Передам. Ой, погоди, я хотел кое-что спросить. Что? Смотри, смотри, чтобы у тебя еда не пригорела. Эти музыканты из четвертой, Вайнерц и Хенкер, они тебе не кажутся странноватыми? Эти их наряды и прически, они прямо какие-то нонконформисты. Думаешь? Да ну, у них просто свой стиль. Почему вдруг сразу странные? Ох уж это молодежь. Они своим самовыражением лишают себя будущего. Их нужно от самих себя защищать. Тебе, как управляющему, стоит за ними незаметно приглядывать. Незаметно. Мы уже здесь камеры наставили. А то еще свалит потом все на тебя. Ты правда думаешь, что такое может случиться? Лучше перестраховаться. Представь, если у них в квартире обнаружат что-нибудь запрещенное. Тогда тебя обвинят в том, что ты недостаточно хорошо проверяешь жильцов. Это для твоей же безопасности, Фрэнк. Я не хочу, чтобы с тобой такое случилось. В конце концов, ты же тут управляющий. На тебе ответственность. Ладно, как скажешь, спасибо за совет. Закончить разговор. Так, юношеский максимализм. Осмотреть квартиру музыкантов. Отзывчивость. Так, вообще-то я хотел тебе сказать, что пора бежать. Фрэнк, как хорошо, что ты зашел. На, уже нельзя. Так, ладно, здесь мы сохраняем. Сейчас попробуем загрузить автосейв какой-нибудь. Я надеюсь, что он будет не очень далеко. Он очень далеко. Ладно, мы все равно можем добежать до него, переговорить. Просто что будет, если мы скажем «беги»? Так. Хотел тебя кое-что спросить. Надо бежать. О, ничего особенно важного. Спасибо за пирог, Булка. На здоровье, пламенный привет Сабине. Передам. А, надо... Все, понял. Верно. Ох, что это молодежь. Они своим самоображением лишают себя будущего. Их нужно от себя защищать. В принципе, то же самое. Так, ладно, я думал, надо бежать. Это он имеет в виду, что он ему говорит, что чувак, тебе надо бежать. Это оказывается, что мы убегаем. Тогда нет смысла. Так, все, обыскать квартиру Булхаузера, отправить новую информацию о Булхаузере. Так, а где он? Он же был там. Спать, что ли, лег? Иди, ночь. Так, новый отчет. Обыскать. Мы же вроде обыскивали. Так, очки, игральные карты, конфеты, отзывчивость. Всегда готов помочь другим. Так, досье. Сохранено. Обыскать квартиру.